Всем привет, дорогие друзья, с вами Илья, и сегодня мы будем покажу механизм, который называется генератор бесконечных мыльных пузыриков. Так вот, сейчас я зайду в этот мир. Надеюсь, это он. А может и не он. Да, это он. Для него можно использовать. Для него нужен. Даже редстоуна вам понадобится. Раз, датчик. Вода. Придется помочь с динамитом. Так. Потом понадобится свинозомби. Кирпич обычный обязательно, и вроде как все. Так, ставим раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Потом надо поставить вот в это место раздатчик, чтобы он смотрел на вас. В него надо положить ведро воды. Так, и все эти края подогнуть, чтобы получилась такая ровная конструкция. Вот. И вы спросите: так тут же будет видно раздатчик, а можно в него что хочешь положить. А мы сделаем вот так вот. И все это тоже надо застроить. Все. Получается вот такая конструкция. И теперь вот тут же у нас, да? Тут же у нас. Так, теперь забрало. Свинозомби ставим. Сейчас, ребята, я звук включу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Смотрите, что получается. Мыльный пузырёк. Выключено. Дождь ещё идёт. Смотрите. Да. И. Да. Бак. Что? А. Да, извините, ребят. Я тут не продумал. Так вот, я вам показал, как строится генератор мыльных пузырей. И второй механизм вам сейчас показываю. Это суперкружок. Вот, допустим, мы его сейчас сделали. Нам понадобится редстоун. Его надо обвести по краям. Вот так вот. Вот показываем его. Вот это он сделал. И можно врубать.
Только будьте аккуратны. Допустим, вот так меня выстрелило. Если вот так, вот то... Нет, отлично. И вас подстреливает. Не смотрите, насколько меня стреляли. Значит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я замкнул провода. Провода замкнул. Дюк. Наконец-то не дюкнулся. И всем удачи. Всем пока.